Всем привет, с вами Даня, и со мной сегодня мой друг Дима. Это Гренни 2. Помню, я снимал уже первую часть. Здесь у нас бабка поженилась на деде. У нас будет мрачная компания целая. Еще и внук сумасшедший. Я дождался какого-то глобального обновления, чтобы снимать. Только можно ты будешь играть, пожалуйста? Так, ну что ж, загрузилось. Я вообще не умею играть во вторую часть. Потому что, ну, я играл, но я просто даже ее на Давай, даже на... всем привет. На... Я уже даже не это, как бы, ну, короче, я даже на практике не смог пройти. Давай будем говорить что-то там. Так. Там лома нет? Ага, блин, как это плохо. Сейчас что-то говорили, что-то записывают. Чё за лаги? Вот когда не снимаешь, ничего не лагает. Особенно знаешь что? Лучше найди таемные ходы. Так это вторая часть. А что, тут таемных ходов нету? Ёханый бабай! Дед, иди в сраку! Тупорылый, конченый даун. Это дед? Да. А я Сингаба. Давай, иди сюда, ты старая пердо. А, он меня не видит уже даже. Дебил. Спускаться будем или никак? Дебил ушел. Особенно. Иди сюда, или там бабка, идите сюда кто-то. Особенно бабка Гренни это... О, здорово, пацан. Прячемся. Это так. Сынуля? Это дед. Странно, что бабка не идет. Это тупой. Так, тихо. Присядка. Тихо, бабка тут. Не спорь. Только, знаешь что, от бабку лучше убить. Да хорошо, легко сказать убить, делом. Да в смысле? Ну все, мне это надо. Все, это вторая. Хорошо. Мы в комнате уснули, да? Да? Да. Так. Тогда... Я не хочу это. Диме страшно смотреть. Особенно мне это страшно. О! Ключ от лодки. Да иди ты в сраку! Дебил. Старый. Я пойду в душе спрячусь. Все. Мне и тут, в принципе, хорошо сидится. Я могу тут сидеть всю свою жизнь. Все оставшиеся
4 дня моей жизни. О, бензин. Попью хотя бы чего-то. Можно отсюда следить. Закидаем он туда. Прячемся тут. И проследим. Проследим. Главное, чтобы она не открыла дверь. Это чё? А, это у неё внучок. Она пошла к внучку. Отгоним от внучка. Во, я твой настоящий внучок. Её бита прям перед моим лицом только что была. Чё ты стала? Не, ну бабуля, наверное, придуля уже. Она ушла. Это я заберу. Так, что еще куда можем пойти? Смотри. Ага, вон бабка. Давай быстрее. Да, закинем. О, зато у нас теперь дверь к внучку открыта. Я уже две детали, кстати, нашел от лодки. И... А, нет, три. Осталось одну. Ключ я нашел. Руль нашел. Бензин нашел. По идее, осталась только свеча. Бежали к внучку. Так, спрячемся на всякий случай. Тут что-то есть вообще? Что это? Я такого никогда не видел. Что это? Оно вообще что-то дает? Ага, понятно. А что это? Какая-то штука. Бабушка в доисторическом мире живет. Непонятно, что это. Так, где кто? Так, а вот и бабка. Кстати, вы знаете, что у меня сегодня день рождения? Да, напишите в комментариях поздравления. Ты тупая. Ну, тупо не видит даже, что я тут. А тебя ничего не смущает, что у тебя в доме пацан какой-то ходит? Кстати, был баг такой, я помню, что, короче, я вот так вот кидаю эту лампу, и она тупо кидается вечно. Ее невозможно остановить. Она кидается, кидается, кидается. То есть, короче, лампа просто все время... Под кресло. А под кресло никак. А где дед? Где дед? Ты дед. Я ж надеюсь, что он не на третьем этаже. Если что, я сейчас пойду. Ты этаж не... Он... Заходи. А что такого на третьем этаже? Не, ну там дед может быть. А что бы если ты этого этажа и деда? О, она играет на пианино на закрытом. Как можно играть на закрытом пианино? Я... О, кстати, капканы в этой части можно закрывать. Таким образом. Нет, дед по-любому на третьем этаже. Больше деду негде. Слышь, Дим? Что? Во второй части уже можно закрывать предметами эти капканы. А вот! Они меня окружили! Тихо. Я побежал на третий этаж. По-другому просто никак. Все, я прячусь. Потому что просто, если бы они меня окружили, то все. Да не выходи. Да, вот тут вот у нас секретка есть.
Только мне нужно... О, они вдвоем пришли. Только дед, наверное, в комнату камер пошел. А ты был в комнате камер? Нет, я там не был, потому что туда нужен ключ. Не, ну туда не ходи, там камера может тебя записать. Так я буду смотреть по камерам. Что происходит? Угу. А если дед зайдет? Эй, бабуля, придуля. Ну, в принципе, у меня есть придуля. Идея. У меня есть идея. Что? Погнали сдаваться еще пару раз. И посмотрим на концовку смерти. Это так, для профилактики. А, я не могу выбраться. Убейте меня. Так, дед уже вышел из унитаза. И эта тупая тупица тоже. Да. Наверное, это... А, дед вообще уснул. Ему нормально. Наверное, это бабуля сейчас поиграет в прятки с нами, да? Она и так играет с нами в прятки. А что, раньше не можешь? Да. Давай лучше. О, дед проснулся. Спасибо. Прячь. В смысле? Я уже думал, что он спуститься может. Слышь, ты борзел. Пзырь на меня. Может, ключ можно забрать. Ну как можно? Он меня убил. Не, ну в принципе это наша сегодняшняя цель, сдохнуть 5 раз. Не, 4. Мы же доходим до 4. И всегда поиграем. Нет, тут 5 дней. Шестой день убиться. Да. Открываем капкан. Это ты сказал? А, я не могу выбраться, да? О, дед. Сидю. Он меня видит. Как будто я не вижу, что ты меня видишь. Тупой старый дед пердун, на башку упал валун. Все, я на свое старое любимое место пришел. О, тут еще кто-то дед. Кстати, здесь спавнится дед. Он у нас любитель срать. Ничего. Нет, не люблю. Дед вернулся. Ты меня через грязь, надеюсь, не увидишь? Деду по барабану, абсолютно. Тебе ничего не случает, дед? Что? Дед вообще в подвал пошел. А что, ты знаешь, где он? Да? Да. Ни бабки, ни деда, куда они все делись? Наверное, бабка. А вообще, где бабка? Ты знаешь? Ну вроде... О, дед! О, дед! Придурень! Пердун!
Неплохо он меня так разворачивает. Он своей пидуской тебя из-за четыре. Последний день. Если ты опять уберешься, то все? Будет концовка. Плохая. Еще что ты сидишь? Да, не надо ничего. И забудьте все это. Так, что у нас тут? Сожри меня, кракен. Итак, смотрим концовку. Как они будут над нами издеваться. Опа. Привет. Чё? Может, не надо? Это было жестоко. Ну что ж, ребят, с вами был Shelter the Room. Это игра Granny 2. Ставьте лайки, если хотите продолжение, потому что первую часть я уже проходил. Всё, ребят. Пока, скажи. Пока.